стираю людям ленты. И в такие вот моменты терпят крах все оппоненты. И нет ничего в моей жизни милее. И нет ничего в моей жизни милее. Че висит до старости на мамкиной шее. Че висит до старости на мамкиной шее. Сериалы сменяют игры, игры, сериалы. Мне становится мало, такая жизнь меня достала. Спал, поел, посрал, поржал, унизил, вспомнил, подращил, поставил лайк, повторил, еще раз вспомнил, приуныл. И вот в очередную ночь, хотя за компом, я понимаю, что устал, откладываю все на потом. Оправдывая свою лень, сидя перед компом, как пень, прожигая каждый день, забившись в собственную тень. Как же мне надоело, каждый день одно и то же. Пора отнестись к себе уже немножко строже. Покину зону комфорта, стану кем-то где-то. Похожу по улице, вживую увижу гетто. Не выходить на улицу днями — это искусство. Не выходить на улицу днями — это искусство. Но ВК не жизнь. СП не чувство. Ага. СП не чувство. Вышел на улицу, увидел школоту возле МакДака. У них играет Витя Ака, тут взорвалась срака. Что здесь происходит? Что стряслось с этим миром? Почему у детей сейчас такие кумиры? Пора покончить с этой хип-хоп проституцией. Приближается Володина рэп-революция. Короче, все? Да. Я спустился с небес, чтобы вам показать, что Бог тоже умеет считать. Поднимай свои руки, если ты тоже в теме. Рэп Революшн. Володя стелит. Я спустился с небес, чтобы вам показать, что Бог тоже умеет считать. Поднимай свои руки, если ты тоже в теме. Рэп Революшн. Володя стелит. Да, я понял, понял. Не, ты что, такое, типа, это хоть будет, блядь, интриг еще будет провалиться. Ты можешь выйти, если...